Но в Калининградском зоопарке сделали совершенно шикарный вольер для обезьян. Сегодня 6 июля. Обезьянок будут запускать где-то в октябре. А пока зрителям можно даже, как говорят, заходить в эти вольеры и смотреть, что там. Вот такой тут общий вид. Аквариумы, коралловый риф, тут водопадик. Конечно, очень красиво сделали. Сказали, на правой стороне будут маленькие обезьянки. А мне сказали. Что? Обезьян здесь сейчас нет. Да. Я говорю, а я вижу, говорю, одну, а так где я вон бегаю. Вот. Понятно. Вот одна. Вот. Правильно, да. Дальше. Очень обезьяноподобный тип. Смотри, красные лемуры. Вот так акулы тут будут. Шикарный павильон. Бассейн. Водопадик, амазонка. Там даже фонтанчик бьет. Ой, как хорошо. Здесь какой здоровенный аквариум. Ух ты, даже не аквариум, точнее. Террариум. Скорее всего. Ленивцы, туканы. Ух ты, да. Тут разнообразие будет, конечно. Карликовые мармозетки даже будут. Ух ты. Попугаи Южной Америки будут. Ну, пока жителей нету, тут запах, соответственно, стерильный. Вот для них такой шикарный сделали. Прямо с видами африканскими. А? Да, 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 я знаю, знаю. Мурены тут будут. Да. Коралловый риф мы видели красивый. Да. Может, я видел еще красивый. Хочу, чтобы мне такой сделали. Какой? Такой, да? Прямо. А-а-а. Прямо. Мне такой дом не сделаешь? Какой? Покажи. Ну, вот как был он. Африканский вот. А-а-а. Прямо, говорит. В конце этого, что ли? Да. А, да. Дом мне такой сделать. Надо тебе такое будет сделать. Я думал, дом такой. Я еще подумал, что за дом. Дома. Думал, что туда придется часть твоих растений на дрова, чтобы, чтобы освободить место. Ну вот, а я тебя зову, а ты там, а я не хочу. Я ж тебя просто так бы не позвал. А он что день будет круто. Ладно, чуть. Не требует. Марина, ага. Он появится скоро. Сейчас я быстренько. Их некоторых придется завозить, я так спросил сразу. Все, идем.